Итак, всем привет, и тут у нас бюджетный Blackview 8, временно подешевел на AliExpress. В ассортименте Blackview имеется больше десятка смартфонов, от защищенных устройств до ультрабюджетных моделей. На днях производитель представил доступный Blackview A7, и можно рассматривать в качестве дополнительного устройства или подарка ребенку. Смартфон начального уровня получил 5-дюймовый HD-экран с разрешением сторон 16:9, двойную камеру с сенсором Samsung и 4-ядерным процессором. Стоимость A7 составляет около 50 баксов, AliExpress его можно купить по специальной цене. Технические характеристики Blackview A7 такие: 5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1280x720 пикселей, 4-ядерный процессор MediaTek MT6580A с актовой частотой 1,3 ГГц, ну типа энергоэффективный процессор, но старый. 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, двойная основная камера с сенсорами Samsung. Фронтальная камера с сенсором Samsung 2 мегапикселя. Вот, основная у нас, кстати, на 5 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 2800 мАч. Ось Android 7.0 Nougat. Цвет черный, белый, золотой и голубой. Площадка AliExpress, бюджетная новинка Blackview A7 с двойной камерой, убавит в цене. Смартфон можно будет приобрести менее чем за 50 баксов. Я уже заказал у 3 разных поставщиков, блин. И жду не дождусь, пока ко мне придет это чудо телефона на обзор. Причем один китаец меня уже из 3 заказов, один китаец меня уже пытался кинуть. Скотина, но это животное не на того напало. Так что ладно, будем ждать и надеемся, ко мне все-таки придут эти телефоны и сделаем полноценный обзорчик.